Благоустроенные кварталы и квартиры, озелененные улицы, искусственные водоемы и каналы создаются не только для красоты, но главным образом во имя здоровья человека. А мы сами? Всегда ли мы сами заботимся о своем здоровье? Лето, жара. В это время особенно возникает опасность кишечных заболеваний. Возбудители брюшного тифа, холеры, дизентерии могут быть в окружающей среде, в воде, на фруктах, на руках. Мы поставили кинокамеру у одного из киосков. Долго ждать не пришлось, чтобы увидеть вот это. Немытые руки и немытые яблоки. И, как видите, это не исключение. Извините, но мы напомним вам, как нужно мыть фрукты. Не помешает при этом щетка. Продолжим наше наблюдение. Теперь камера установлена у входа в кафе. Архитекторы вписали в современный интерьер такую прозаическую вещь, как умывальник, не для красоты. Спешим. Всегда спешим. Может быть, поэтому иногда забываем вымыть руки. Мы провели день в детском саду и увидели, что здесь жизнь наполнена событиями не менее важными, чем наши. Однако, прежде чем сесть за стол, они находят время обязательно вымыть руки. Кто их этому научил? Мы, взрослые. Почему же мы сами иногда забываем об этом? Молочный магазин. Казалось бы, все предусмотрено, чтобы сюда не проникли возбудители кишечных инфекций. Но что это? Небрежность или случайность? Поэтому из развесного творога мы рекомендуем делать сырники или запеканку. А разливное молоко кипятить. Кишечные заболевания могут передаваться и через воду. Современные водохранилища оборудованы специальными очистительными сооружениями. Питьевая вода – наше богатство. Ее берегут, охраняют, как драгоценный клад. В сельской местности, где нет водопровода, пользуются колодцем. Воду, взятую из открытого колодца, которому каждый приходит со своим ведром, необходимо кипятить. Колодцы должны быть закрытыми с общим ведром. В жаркий день манит к себе вода. Но купаться можно не везде.
Купаться запрещено. Лабораторные анализы обнаружили здесь возбудители инфекционных кишечных заболеваний. Купаться можно только в специально отведенных местах. Питьевая вода. Однако обратите внимание, а ведь фонтанчик с чистой водой рядом. Туризм становится все более массовым видом отдыха. Туристские тропы ведут нас в самые отдаленные уголки. Но там, где пройдет турист, не всегда проедет скорая помощь. И не так просто вызвать санитарный вертолет. Поэтому в походе турист должен быть особенно осторожным. В рюкзаке так немного места занимает фляга с питьевой водой. А запасы питьевой воды несложно пополнить. Где стоит такая табличка, воду пить безопасно. Наши кинонаблюдения подходят к концу. Они сделаны летом. Но помнить о том, что наше здоровье во многом зависит от нас самих, следует круглый год. Нас окружает прекрасная природа. Мы живем в благоустроенных селах и городах. Но из-за элементарной небрежности иногда становимся жертвами тяжелых заболеваний. Только сочетание государственных мероприятий с личной санитарной культурой каждого человека может гарантировать нам здоровье.